Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах назвал два главных вопроса конференции по ковид, которая состоится 7 января. Во-первых, это карантин для инфицированных и его сроки. Во-вторых, ограничения на контакты. По словам Лаутербаха, чтобы не допустить слишком большой волны омикрона, власти должны установить дальнейшие ограничения на контакты для привитых, переболевших и особенно непривитых. Ученые из США рассказали, какие группы крови наиболее уязвимы перед коронавирусной инфекцией. Больше рискуют обладатели второй и четвертой. Таким образом, люди с первой и третьей группой могут оказать влияние при встрече с вирусом. Содержащиеся в крови антитела немного приглушают заболевание и его симптомы. То есть для них возрастает вероятность или не заболеть совсем, или перенести заболевание легче. Пастухи в Германии построили гигантский шприц из овец и коз. В флешмобе приняли участие 700 животных. Таким образом, активисты попытались привлечь внимание тех, кто отказывается делать прививки. По словам организаторов, когда заканчиваются аргументы, в ход должны идти эмоции. Парнокопытных несколько дней обучали ровно стоять в строю. Помогли панировочные сухари, которые рассыпали по контуру воображаемого шприца. К другим новостям. Эксперты обеспокоены пожаром на заводе технологической компании ASML в Берлине. Это может привести к значительному росту цен на бытовую технику и компьютеры, потому что ASML – ключевой поставщик оборудования для всех основных производителей микросхем.